Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня вяжем шапку по просьбе моей подруги, которая продает пряжу, девчонки, Украина за пряжей вниз в посылочке. Сейчас вам рекламку запущу. Купить пряжу, идеально подходящую для вашего будущего вязаного шедевра, можно без лишних хлопот. Достаточно просто посетить наш интернет-магазин. Вас ждет широкий выбор разнообразной пряжи. В ассортименте нашего интернет-магазина представлена пряжа хорошего качества, таких проверенных тысячами клиентов-производителей, как Ализе и Ярнард. Мы внимательны к каждому клиенту. Мы бережно и с любовью упаковываем все ваши посылки. Мы оповещаем вас об акциях, скидках и пополнении ассортимента. Мы хотим вдохновлять вас. Мы хотим быть лучше для вас, наших любимых клиентов. Чтобы купить пряжу, обращайтесь к нам. Вещи, связанные с нашей пряжей, будут очень удобными, теплыми, уютными, будут носиться долго и станут главным украшением гардероба каждого нашего клиента. Покупать пряжу для вязания у нас удобно и надежно. Доставка осуществляется новой и Укрпочтой по всей Украине. Вот, значит, там у нас есть прекрасная девушка Елена. У меня, конечно же, не получилось то, что полностью вязано было из вот этой вот пряжи. Но я вязала ее себе, поэтому, а мне нужна была серая шапка. Вот. И исходя из того, что у меня есть, я себе связала серую шапку, но вижу я ее из этой пряжи. Вот застрелите меня, я ее вижу из вот этого махера. Ализе Махер Классик. 50%, 51 акрил, 25 пахер и 24 шерсть. Вот цвет, вот этот самый мой любимый цвет. Еще упаковка у меня есть 541, в 100 граммах 200 метров. Вот он, вот он, вот он, красавец. Вот, так что, я же говорю, я бы сделала из этой, если бы мне подошел цвет. У меня серая куртка, поэтому мне нужна серая шапка. Я ее вязала, вот, Суперлана Тик, Ализе Суперлана Тик и Пух Норки. Вот какой у меня был. Не очень хорошие, девчонки, с этой этикеткой. Поэтому я сразу честно, откровенно говорю, что мало пушится. Я вам в конце покажу разницу обработанной шапки и манишки. Там был с синей этикеткой из Китая заказанной Пух Норки, а я вязала из вот этой вот, и я так понимаю, что она хуже качества. Ну, тоже зависит от фабрики. Ну, у меня что было, то было. Вы смотрите, вы выбираете, из чего вам вязать, на свое усмотрение. Значит, у меня была вот эта вот нить, ангора, ой, Пух Норки одна нить, и одна дополнительная нить, что дало очень хорошую эластичность этой шапки. Она такая, так хорошо держит форму. Итак, поехали. Вязала я на себя 56 размер, но она очень хорошо тянется, поэтому до 60 размера она смело натянется, девчонки, и ничего не случится. Все, поехали. Итак, значит, я вот начала вязать. Всего, значит, на вот этот вот размер. Итак, размер 56-58, ширина шапки у меня в спокойном состоянии 22 сантиметра. Вот плотность у меня вот тоже в спокойном состоянии, если смотреть, 15 петель в 5 сантиметрах, то есть 30 петель в 10 сантиметрах. Это ориентировочно. Спицы 2,5 миллиметра. Я надеюсь, что я уже сказала. Всего у меня 130 петель. 130 петель. И разделено на 4 спицы. Значит, 32, 33, 32 и 33 петли. Набирала я. Я вот сначала не снимала, потому что не была уверена, что все у меня получится. Набирала я обычным способом и распределила на раппорт. Раппорт у нас состоит из 5 петель, 2 петли лицевые, 2 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая и 1 изнаночная. Вот эти 5 петель наш раппорт. Всего их у нас 26 штук по кругу. Так, что далее? Что? Значит, вот эти вот две лицевые у нас ровные, ну, обычные. Сейчас я все буду показывать. Изнаночная и вот эта лицевая у нас перекрученная.
Итак, значит, вот этот раппорт вяжем, девчонки. То есть вы набрали петли, распределили по 4 спицам и вяжете 2 лицевые. Вот, за вот эту вот. Притом первый ряд, девчонки, как получится, а начиная со второго ряда, вот именно зависит от вот этой вот, то есть за заднюю стенку или за переднюю стенку. 2 лицевые за переднюю стенку, изнаночная за заднюю, лицевая за заднюю, вот она получается перекрученная, изнаночная за заднюю, вот наши 5 петель. Еще раз, 2 лицевые за переднюю, изнаночная за заднюю, лицевая за заднюю, изнаночная за заднюю и так далее. И таким образом мы вяжем отворот. Для того, чтобы перейти как бы на основное вязание, нам нужно поменять узор. Вот таким вот образом, как я сейчас показала, вы вяжете весь отворот, который у меня сейчас я померю в сантиметрах и померю и посчитаю в рядах. Значит, у меня связано 48 рядов вот этого отворота, 48 рядов, и в сантиметрах это 16 сантиметров. То есть ориентируйтесь на ряды, перепроверяйте на сантиметры. Далее что мы делаем? Мы меняем местами, то есть где была изнаночная, мы вяжем лицевую, где у нас была лицевая, мы вяжем 2 изнаночные, лицевая, а где была вот эта вот лицевая, мы вяжем изнаночную. То есть первый ряд мы просто меняем все местами. Все лицевые мы заменяем на изнаночные, и все изнаночные мы заменяем на лицевые. И так проходим первый ряд. Так, теперь смотрим второй как бы ряд, смотрим, за какую стеночку мы вяжем. Значит, лицевую мы вяжем за переднюю стеночку, которая ближе к нам, 2 изнаночные за заднюю, лицевую за переднюю, и вот эту вот изнаночную, которая одна, за переднюю, то есть это та наша перекрученная. Итак, лицевая за переднюю, 2 изнаночные за заднюю, и вот эта лицевая за заднюю, нет, подождите, лицевая за переднюю, изнаночная за переднюю, лицевая за переднюю, 2 изнаночные за заднюю. Значит, еще раз, передняя, лицевая передняя, задняя передняя, лицевая передняя, и 2 изнаночные только за заднюю. Запоминаем и вяжем далее. Все, продолжаем. Так, девчонки, я провязала 36 рядов в сантиметрах, вот именно этой уже, это у меня 11, где-то 11,5 сантиметров, 11,5, ну, это ориентируемся на 11, значит, и сейчас я буду делать сокращение. Что мне для этого нужно? Делим, вот в половине спицы где-то смотрим, выбираем дорожку из 2 петель и делим маркером ее пополам. Из двух изнаночных, да, одна изнаночная до маркера, одна после маркера. И считаем от маркера 65 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 60, 1, 2, 3, 4, 5. Все. И мы в половине еще одной такой дорожки. То есть все вязание мы разделили пополам. И теперь, основываясь на вот эту вот дорожку, мы будем делать сокращение. Значит, через ряд
мы будем сокращать 4 петли. Видите, изнаночную провязала обычно. То есть сейчас мы ввязываем нашу макушку. Так, довязывая я до маркера. Вот эти две петли у нас будут как бы ведущими. Теперь, что мы делаем? До маркера мы вот так вот я поддеваю и переворачиваю. Сейчас еще раз покажу. И тогда провязываю 2 вместе изнаночные. После маркера я просто переворачиваю эту петлю и провязываю тоже 2 вместе изнаночной, чтобы эти 2 петли у нас и оставались вот так вот красивыми 2 лицевыми. Сейчас довяжу до вот этого маркера и снова вам покажу еще раз. То есть неизменными эти 2 изнаночные остаются, сокращаются петли по бокам от этих 2 изнаночных. Ой, а у меня, смотрите, что я сделала. На одну спицу все перенесла. Сейчас надо быстренько провязать и перенести это все дело на 2 спицы. Ну да ладно, видите, как я умудрилась. Так, дохожу я до маркера, смотрим, когда 2 петли остаются, я ввожу, может, я неправильно делаю, но мне так удобнее всего, то есть я ввожу слева направо в обе петли, потом я их снимаю, вот так вот переворачиваю и провязываю 2 вместе изнаночные. Здесь провязываю просто изнаночные, только первую петлю. После маркера я просто петлю вот так вот переворачиваю и провязываю 2 вместе изнаночные. Далее я довязываю этот ряд до конца, то есть до следующего маркера. И еще один круг я вяжу в холостую, просто по узору. Сейчас давайте со следующего круга я еще раз вам покажу эти сокращения. Так, провязала я кружочек. Сейчас еще раз вам покажу. Я надеюсь, что вам понятно. Я подхожу. Сейчас у меня 2 как бы изнаночные. Вот смотрите, то есть нам нужно их перевернуть, чтобы первая стала на место второй. Так вот. И провязываем изнаночные. Здесь просто меняем одну петлю, переворачиваем и провязываем изнаночными. И вот здесь вот у нас получается 2 косички. Вот эти вот, как и положено. Далее я продолжаю вязать в каждом втором ряду, то есть через ряд я делаю вот эти вот сокращения в 2 местах и вяжу дома. Смотрим. 10 раз я сделала вот эти сокращения через ряд. Теперь уже до конца шапки я буду делать в каждом ряду эти сокращения. Теперь не нужно через 10, ой, через ряд. То есть понятно, да? Вот оно видно, где считать, вот сколько петель сокращено. Раз, два. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот они. И теперь в каждом ряду. Так, девчонки, вот я закрывала в каждом ряду до тех пор, пока у меня между маркерами, вот если посчитать, я сейчас перенесу, ну да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одиннадцать, 12, 13, 14, 15. Так, подождите, сейчас я проверяю. Да, все правильно, по 15 петель. Теперь смотрите, мне нужно, то есть всего мы закрываем, пока не останется 30 петель. 15, по 15 между маркерами. Так, вот на этой спице у меня, сейчас эти я перенесу на
То есть я сейчас все делю как бы на две спицы по 15 петель, как раз разделяю между маркером. Так, есть еще вот у меня здесь две петли. Так, есть. Теперь закроем это все дело при помощи крючка. С каждой спицы я буду брать по одной петле, закрывать. Тем самым закрою петли и сошью саму макушку. Ой-ой-ой. Есть. Вот она макушка. Вот лицевая сторона шапки нашей. Ну еще ВТО, девчонки. Я постираю, высушу. Попытаюсь распушить этот пух норки. Теперь, что хочу сказать. А еще вот этот. Это за... продену кончик от наборного края. Ну и вот его. Так, девчонки, хочу провести эксперимент, постирать в стиральной машинке. У меня шапка связана две нити. Половина из пухонорки, ну, одна нить пухонорки и одна нить Ализе Суперлана Тик. Вот. Вот такая вот. Я пыталась достать из этого пухонорки пух. Ну и хочу теперь вот сейчас оно так выглядит. Ну, она пушистенькая, ну, не настолько, насколько бы мне хотелось. Конечно же, если бы был пух норки, в два сложения было бы пуха больше, но сейчас я постираю в машинке и вам хочу просто потом показать. Итак, вот обещала вам вначале показать. Девчонки, вот манишка связана из той же... Суперлана Тик и серая-серый, вот светло-серый у меня пух норки был. Ну, не очень-то отличается, а в итоге смотрите, какая разница. Да, по итогу есть разница, но все равно я это буду носить как в комплекте. У меня вот такие вот еще перчатки есть. Ничего, прокатит. Значит, по рекомендациям с интернета, что я сделала? Я постирала в стиральной машине. Говорят, что действительно могу вам подтвердить, все очень круто в стиральной машине. У меня она с сушкой, поэтому я дала режим вот этой стирки с сушкой. Она мне прекрасно высушила, вот эта пряжа в чем хороша, вот пух норки, это дополнительная нить, они держат форму, ничего абсолютно не деформировано, ни после сушки, ни после машинки, но я это сделала для того, чтобы распушить. И вот смотрите, вот это с желтой, как распушилась эта пряжа новая, я надеюсь, вам видно хорошо, вот с желтой этикеткой, а вот эта вот пряжа не новая. Смотрите, какая красота. Вообще шикардос. Она у меня не новая. Мало того, что это была манишка, она распущена. Второй раз связана. Вот. И вот такая вот красота. Я, наверное, все-таки оставлю. Я оставлю ссылку, девчонки, именно на вот этот хороший пух норки, который я брала, я найду в Алиэкспрессе, в истории. И именно этого продавца. Потому что, смотрите, смотрите, говорят, пух норки нельзя распускать. Да ладно, все можно. Вот, вот, вы видите результат. Новая пряжа и уже распущенные пух норки и связанные второй раз.
Так что вот так вот. Так, сейчас шапку еще покажу на манекене на себе. Вот смотрите, насколько она эластична и классно выглядит. Конечно, чуть у меня не тот узор получился, ну вот так вот. То есть ее можно носить и вот так вот, да? Это дать как бы вот таким вот образом сложить и вот так вот. Мне, вот, допустим, нравится больше так. Ну, это кому как идет и кому как нравится. Так, еще манекенчик вам покажу, да, и все. Вот такие, девчонки, вот так вот она мне нравится больше, когда ее вот так одеть. Оно все так красиво укладывается. Смотрите. Сейчас переодену на другую сторону и покажу вам. Так, задний фон не обращайте внимания. Мне жалюзи пришли и валяются. Нет, и так красиво, смотрите. Нет, так тоже красиво. Девчонки, еще самое главное не сказала, хотела сказать. Я еще ее и проутюжила. И вот где не страшно утюжить, так это пухнорки. Прекрасно утюжится. Вот такая вот шапенция сегодня. Вот она. Все. Еще на днях добавлю это. Эту манишку с молнией вы давно просили. Я уже давно связала, да все никак не смонтирую. Все, девчонки. Я на сегодня с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.